очень интересно. Сделали маленькие гостиницы в порту. Наверное, чтобы путешественники в большом перерыве или при пересадке могли остановиться в таких вот капсулах. Это контейнерные гостиницы, я слышала о таких много раз. Очень интересно. Так нравится эта прибалтийско-финско-скандинавская архитектура просто. Я сейчас иду смотреть на паромы. Надеюсь, там вход бесплатный, потому что я шла минут 30. Тут все застроено и нужно обходить. Кстати, этого моста нет на картах. Я его сама нашла, чем очень горжусь. Стыдно признаться, но за неделю в Таллине я еще не побывала ни в одном музее, потому что очень много бегала по делам и не успела. И меня напрягает стройка, которую я сейчас вижу перед собой. У меня ощущение, что я не дойду до смотровой площадки на паромы. Я не я, если бы не нашла странную лестницу и не поднялась бы, чтобы посмотреть на большие кораблики. Я не знаю, как туда зайти, короче. Ищу, ничего не обещаю, но я очень хочу посмотреть на большую воду. Пока не устала, пока все нравится. Кажется, я недалеко от общаги. И тут по какой-то очередной дороге для служебных машин. И мне кажется, я пришла куда-то не туда. То есть я думаю, что, скорее всего, это вообще не для того, чтобы ходить ногами. Я нашла корабль. Какой он большой. Хочу подойти еще ближе. Я подошла еще ближе. Сейчас видео закончится тем, что я подойду настолько близко, что уплыву куда-нибудь. Не вижу моря. То есть это просто какая-то огромная стоянка. Я довольна собой. Потому что изначально я была где-то вон там, вот еще вон далеко, короче, там. И не понимала, и видела только вот чуть-чуть маленький кусочек этого корабля. А сейчас я нашла его целиком и полностью. Нет, я не могу успокоиться. Я увидела людей, которые ходят вон там. Для меня это вызов, потому что, значит, там можно ходить. О, неужели я пришла к воде? А теперь надо каким-то образом, чтобы меня ни за что не оштрафовали. Нормально, все нормально. Мама дорогая, я вышла к морю. Через какую-то жопу мира, но я это сделала. О, это крада. Эти штуки такие огромные вблизи. Обалдеть, я думала, они меньше. Я добралась до моря со странными штуками. Не помню, как они называются, но они огромные, морские. Немножко тревожные. Пойдет.